Я Устар Магомед Гаджидаудов. Я ощущаю близость этого пояса. Осталось сделать последний решающий шаг. Меня зовут Альберт Дураев, я боец из клуба «Беркут». Сегодня, по воле Аллаха, я дошел до этого титула и сделаю все возможное, чтобы завоевать этот титул достойно. Я готовился к этому очень долго к этому шел. Я знаю, будет непросто. Мой соперник силен, универсален и хочет подняться на вершину ACB, не меньше, чем я. Однако я уверен в своих силах, в своей работе и в своей команде. У меня были довольно тяжелые поединки, и я готов дать отличный бой. Для него это большое испытание, потому что я более опытный. Для него я, как бы, думаю, совсем неудобный и совсем другой боец. Надеюсь показать отличное шоу для зрителей. Устар Магомед, давай покажем сегодня отличное шоу. Люди этого ждут. Покажем достойный бой. Сегодня у нас есть шанс показать. Победа, иншаллах, будет за мной. Альберт, ты хорош, но достаточно ли ты хорош, чтобы справиться со мной? Из дворца спорта «Ледовый» города Санкт-Петербург и в прямом эфире телеканала «Бойцовский клуб» это ACB-22 и главное событие вечера! Официальные лица готовы. Бойцы уже в клетке и также готовы показать красивый бой. Питер, вы готовы? Но прежде чем я представлю бойцов, ACB предупреждает, сейчас будет жарко! В синем углу 23-летний боец вольного стиля. Его рост 177 сантиметров, официальный вес 77 килограммов 300 граммов. Профессиональный рекорд 7 побед, только одно поражение. Представляющий клуб «Дагестан Файтер» Махачкала. Устар Магомед Гаджидаудов. Его сопернику, стоящему в красном углу, 26 лет. Рост бойца 180 сантиметров. Официальный вес 77 килограммов 600 граммов. Базовый стиль – бразильское джиу-джитсу. Рекорд в ММА – 7 побед, 3 поражения. Представляющий клуб «Беркут» – город Грозный. Бойцы на середину. Парни, слушай внимательно, работаем. 5 раундов по 5 минут, это титульный бой. Еще раз напоминаю, головой не бьем, по затылку, позвоночнику не бьем. Локтем бьем, только в корпус, по ногам. В партере коленом и ногой работаем, только по корпусу. Сетку, шорты, перчатки не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Покажите красивый бой по углам. Раунд 1. Первый раунд. Вот правильно.
Thank you.
Секунданты, покиньте клетку. Вот так.
Секунда, покиньте клетку. Давай,
Активная работа в портере? Да, включи портер. Рейка, будь тут. Секунда, помогите клетку. Четвертый раунд. Стой!
Активная работа, подниму стойку. Стоп, стойка! Секундарты, Бакинцы, Клетко. Thank you.
Финальной точки сегодня. Ребята шли давно к этому поясу. И слава Аллаху, что все четко прошло и без травм. Все как бы здоровы, все нормально. Ребята, вы все знаете, наверное, да? В последнее время в Чеченской Республике и в целом в России очень сильно развивается ММА. Сейчас у нас в республике есть два очень мощных клуба. Это клуб «Ахмат» и клуб «Беркут». Это как бы два крыла мощного, сильного Боинга. Так что всех предупреждаю, остальные клубы, имейте в виду, мы медленно, но очень четко идем к вам непосредственно. Я бы хотел бы выразить
благодарность герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Валлай, без его помощи мы ничего бы не смогли сделать. И также Аллаху Акбар. А также хочу поблагодарить Питер за то, что вы так тепло приняли чеченских бойцов, не только чеченских. Удачи вам все, желаю вам здоровья и так далее. Это, я надеюсь, не последний наш турнир. Удачи вам всем. Основатель Лиги ACB Майрбек Хасиев. Дамы и господа, это был турнир ACB-22. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. И слово Устармагомеду Гаджи Даудову. Я хотел поблагодарить команду, организацию «Беркут», своих соперников, также свой клуб «Дагестан Файтер», своего тренера Мансура Учакаева за всю работу, которую мы проделали. Это наша общая победа. Хоть это и поражение на данный момент, но победа, она наша общая. Также благодарю своего брата Магомеда и всех братьев, которые меня поддерживают, все знают. Отец, дядя Эльвис, я вас люблю. Брат Шахабаш, сестра, всех. Я просто не хочу быть наглым и занимать много времени. И впоследок я скажу, что немного свое оправдание, скажем так. Я планирую драться на 70 килограмм. Конечно, не буду скрывать, было тяжело драться в эту весовую категорию, зная, сколько соперники гоняют. Поэтому спасибо, Питер, спасибо, Дагестан, лакский народ, Кумаса Барчала. Устармагомед Гаджи Дауда. Сегодня он показал красивый бой. И слово президенту клуба единоборств номер один Руслан Сулейманов. Прошу. Ну, я хочу сказать, что для нашего клуба сегодня не самый лучший день был, но я очень признателен руководству ACB, Майрбеку Хасиеву, всей команде ACB за то, что и меня лично, и обычно всех они, гостей, и бойцов, всех очень тепло принимают. Делать большое дело, и мое личное мнение, что на сегодняшний день это самый регулярный ММА-промоушен в России. Они уже обошли остальных лидеров известных. Желаю им удачи. И Майрбек – это уникальный человек, который беспрецедентно развивает единоборство в России. Очень идейный человек. И, конечно, я знаю, что это в том числе с большой помощью и поддержкой президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо. Руслан Сулейманов. Дамы и господа, новоиспеченный чемпион ACB в полусреднем весе Альберт Мачете Дураев. Добрый вечер всем. Извините, что я плохо дышу сегодня. Хотел бы сказать большое спасибо всем, кто поддерживает, всем, кто болеет. Хотел поблагодарить Майбека Хасиева за то, что поверил в меня после таких поражений. Спасибо ему огромное. Хотел бы особо поблагодарить нашу главу Рамзана Ахматовича Кадырова, кто всем помогает во всем. Спасибо моим родителям. Мухаммад Амирханов, ассаламу алейкум, моему дядю Вадуду Дураеву, всем моим братьям, всем ребятам из Беркута, ассаламу алейкум, генты. Спасибо моему дядю, который все время со мной рядом, моему брату, ассаламу алейкум, Майрбек Хасиев, тебе обещал, что он передаст. Всем спокойной ночи, хорошего вечера. Спасибо Устармагомеду Гаджи Даудову за такой прекрасный бой. Желаю тебя в дальнейшем. Аллаху Акбар. Слова чемпиона и настоящего мужчины Альберт Дураев.